покажу очень простой в приготовлении салат. При этом выглядит нарядно и отлично подойдет для праздничного стола. Продукты в нем используются недорогие, при этом сочетание получается очень вкусное. На крупной терке натираем пару вареных картофелин. Все ингредиенты можно выкладывать слоями в миску или просто смешивать. Я буду выкладывать салат в раздвижное кольцо. У меня оно 16 см в диаметре. На низ я уложила слой картофеля, подровняла, чтобы у салата были красивые слои. Чуть подсаливаем и смазываем майонезом. Для следующего слоя берем варено-копченый куриный окорок. Можно грудку, можно голень, либо заменить на другие копчености. Мелко нарезаем и укладываем поверх картофеля. Также смазываем майонезом. Следующим слоем пойдут свежие огурцы. Один крупный или три среднего размера. Натираем их на терке. Так как огурцы достаточно сочные и могут потечь в салате, то сперва хорошенько отжимаем их от лишней влаги и только потом укладываем в салат. Подсаливаем и смазываем майонезом. Еще натираем 2 вареных яйца. Также уложили равномерным слоем, чуть подсолили и смазали майонезом. К слову, вместо майонеза в этом салате спокойно можно использовать сметану или натуральный йогурт. На яйца высыпаем маленькую баночку консервированной кукурузы. Примерно грамм 120-140. Кукурузу мы точно так же смазываем майонезом. Для финального слоя натираем грамм 70 сыра. Посыпаем им салат. Сверху накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник хотя бы минут на 30, чтобы салат пропитался. После чего можно убирать кольцо и подавать салат на стол. Посмотрите, как он красиво смотрится. При этом все слои очень удачно сочетаются друг с другом. Обязательно приготовьте по этому рецепту, и ваши гости точно попросят рассказать им рецептик. Заранее вам приятного аппетита!